Так что я спущусь на пляж выпить кофе и снова встречусь с этим парнем. Это тот самый парень. Да, на этот раз я нашел его. Это тот парень, который пришел ко мне домой однажды ночью, который собирался покончить с собой, и мне удалось отговорить его и взять с собой на пробежку. А потом сегодня утром я спустился на пляж выпить кофе, а он даже не живет в этом районе, и он здесь. Какое совпадение? Как ты себя чувствуешь сегодня? Мне хорошо, приятель. Не волнуйся. Больше никаких мыслей о самоубийстве. Просто холодно. Это там, где моя бабушка была разбросана в этих хороших вещах. Милый и расслабленный. Милый, успокойся, пожалуйста, прежде чем я вернусь домой. Хорошая штука. В любом случае, у меня фантастический понедельник. Скоро увидимся.